Молимся. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, сущего гробе живот дарова. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, сущего гробе живот дарова. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, сущего гробе живот дарова. Господи, благослови эти занятия, не дай уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания божественных слов, которые предложены в Священном Писании. Пребудь с нами и все день благодатный. Сохрани нас в любви и согласии. Хвала тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Итак, по милости Божией, начинаем изучение послания апостола Иуды. Глава 1, стих 1, страница трехтомника 274. Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова, призванным, которые освящены Богом Отцом и сохранены Иисусом Христом. Толкование. По моему мнению, для этого апостола достаточно было доказательства своего достоинства после того, как назвал себя рабом Христовым, указать еще на родство свое с Иаковом, ибо Иакова все восхваляли за его добродетель. Это обстоятельство должно было и этому апостолу доставить большее доверие от слушателей к учению слова, так как сомнительно, чтобы общник в рождении и крови оказался и в нравах весьма далеким от того, с которыми имел общение в родстве, особенно тот, кто служит одному владыке Христу и равномерно с единокровным несет бремя рабства. Так, ну что здесь толковать? Вот на родство указано, и вот толкование такое, что оказывается, Иаков был добродетелен, и поэтому вот здесь об этом и упоминается, родство по плоти. Идем дальше. Добавить что-то, может, Игнатий Тихонович, здесь нет? Нет, тут нечего добавлять. Второй стих. Милость вам и мир, и любовь да умножатся. Толкование. Господь сказал, никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец мой. Евангелие от Иоанна 6:44. Этот блаженный муж показывает, что ныне оправдалось это слово. Ибо говорит, что любимые отцом сохранены Иисусом Христом, почему и называет их призванными, так как они не сами с собой пришли, но привлечены и призваны отцом. Он желает, чтобы им умножились милость, мир и любовь. Милость, потому что мы призваны Богом и восприняты в рабы Его по благоутробию милости. Мир, потому что и его даровал нам сам Бог и Отец, примирив с собой нас, оскорбивших его через Сына Своего Иисуса Христа. Любовь, потому что единородный Сын Божий предал себя на смерть за нас по любви к нам. Итак, апостол молит,
чтобы дары эти были у верующих в избытке, подобно как и Давид взывает ко Господу: «Продли милость свою к знающим тебя». Псалом 35:11. Побуждаемые этими спасительными примерами и мы при нелицемерном расположении к ближнему своему должны жить достойно призвавшего нас. Дальше. Третий стих. «Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым». Толкование. Он пишет настоящее послание, заботясь о спасении верующих, чтобы они по простоте не увлеклись гнуснейшими еретиками. Пишет с тем, чтобы через описание развратной жизни еретиков обнаружить их и сделать явными для незнающих. О них говорил уже апостол Петр, но апостол Иуда пишет пространнее. Говорит, что они предназначены, стих 4, потому что апостолы Петр и Павел писали уже, что в последнее время придут обольстители такого рода. Читаем это в первом послании Петра, 1 главе, 1 стих, 3 главе, 3 стих, и во втором послании Тимофею, этим главе, с 1 по 8 стихи. Еще прежде них сам Христос говорил: «Многие придут под именем Моим, и многих прельстят». «Не ходите вслед их». Читаем это в Евангелии от Луки, в 21 главе, 8 стих. «Потому что, называя себя христианами, они этим именем обманут многих». Апостол говорит о последователях гнуснейших Николая, Валентина и Симона. «Ибо они, будучи чревоугодниками и невоздержанными, предавали своему учению благовидный покров, чтобы найти доступ в дома и пленить женщин, погрязших в грехах, выдумав некоторые ночные обряды, они предались разврату. От этого происходит и то, что они отвергают Господа нашего Иисуса Христа. Ибо как не отвергнуться Его тем, кои нечистой жизнью отгоняют от себя, с большой буквы, учителя всякого целомудрия?» Вопрос. «Ибо что общего у света с тьмой?» 2 Коринфянам 6:14. Ну что можно сказать? И сегодня еретики одолевают церковь православную. Но беда-то в том, что вера, преданная однажды святым, она у нас и как должно-то не предана. Лесков пишет: «Евангелие на Руси, как должно, не было, было проповедано. А все какое-то вот обрядоверие, вот это вот все, вот и иконопочитание в основном, там, богослужения длинные. А проповеди вот на родном, на понятном, на русском языке, то, может быть, народ-то и не знал. А если бы знал, то они бы еретиков-то бы и не слушали. Сколько сект еретических образовалось. И на Украине, в том числе, может быть, за это Господь и наказывает, что послушали еретиков. Все, уже окатоличено давно, столько заблуждений в церкви, что...
Простое дело крестить, полное погружение нет. Считается, что обливание это вот так вот нормально почитать. Зачем? Кому это нужно? Да, выключи. Поэтому нам сегодня особенно нужно знать веру, однажды приданную, преданную святым, то есть она была предана прежде, предана однажды Иисусом Христом апостолом, апостолом своим, епископом и, епископ и другим епископом и так, до наших дней. Вера эта евангельская православная сохранилась до наших дней неизменно. Это вера и неизменно ее толкование. Вера во Святую Троицу, Отца, Сына и Святого Духа, нераздельную. Ну и там дальше по символу веры, смотрите. Вот. Но уже Духа Истинного уже стараются выбросить, начинается вот это вот все заблуждение еретическое. Нам нужно быть очень внимательными. И вот апостол Иуда предупреждал тогда, еще много веков назад, чтобы не были вот такими простодушными и не поверили еретикам, которые всякие ереси. А как их на чистую воду выводит, то есть он говорит, что они развратные, вот эти еретики, через это отвергают Господа нашего Иисуса Христа своими грехами. Вот. Ну а вот когда с сектантами беседуешь, они тоже вот этого внимания берут. О, там православные, там все пьют. Но обычно все как-то не пьют, как-то у них не принято это. Вот. А у нас пусть все знают, что я не сектант, я буду вот выпивать. То есть вот тоже грех, конечно, такое пьянство присутствует у нас, к сожалению. Но что касается догматики, здесь надо твердо держать. Троицу, вот эта арианская ересь сегодня, которую святители Иеговы до сих пор проповедуют, что нет триединства Бога. Отец отдельно, Сын отдельно, Дух Святой это вообще не личность, это сила Божья. Эту ересь несут и по сегодняшний день миллионы последователей. В многих городах эта секта признана сектой. Я даже недавно читал, что у нас в Барнауле на ипподроме они прям митинг делали не так давно, и вот вроде. А полиция никак не реагировала довольно-таки получается, почему их не разогнали. Вот. Наша брань не плоть, не против плоти и крови. Не надо ее гонять там дубинками, бить. Надо с ними садиться за круглый стол и доказывать на основании Священного Писания истинность нашей веры и ложность веры ихней. Очень хорошо на примере тысячелетнего царства Христа. Да, царства Христа. Они говорят, что будет тысячелетнее царство, а мы говорим, что оно началось на Голгофе. Хилиазм, да, это называется? Вот. Еще что-нибудь добавить, может быть? Знаете, да что дальше? Тут добавить? Тут надо нас смотреть, приближать к сегодняшнему дню. Вот сейчас, если разбирать все послания Павла и Иакова, Петра и Иоанна, то это самое строгое послание Иуда. Некоторые даже и не знают. У людей понятие Иуда, Иуда предатель. Вот возьми, из русских людей ты никого не встретишь, чтобы называли Иудой, а это святой, в честь его. Вот один человек плохим поступком запятнал это имя, а переводится оно «славный». Даже лучше некуда, «славный». А им не называют никогда. И вот нет обличительного гласа сегодня. Его просто нету. А вот и у Иуды мы видим все. Сейчас он начнет дальше говорить. Переполнено буквально. Такими словами говорит. Сегодня сразу же это грубое злословие, что угодно. То есть подменили язык, сделали его птичьим. Как Мещеринов, отец Петр Игумен Данилова монастыря говорит. Птичий язык. Белый магизм. Православие. Его не знают даже.
А вот сейчас послание Иуда, он напомнит об этом. Обличительное слово исчезло, пророческий глаз заглох, его нету. А почему? Живут в грехах. Вот считаешь, Исаия, пророк, 6 глава, 1 стих. Что там толковать? Он звучит так. Видел в год смерти царя Озии, я видел Господа, сидящего на престоле высоком, превознесенном, края рез его наполняли храм. Ну и все, там больше ничего нету. А он 6 проповедей говорит на эту тему. А какое это отношение имеет к нам? В год смерти царя Озии. А кто такой Озия? Царь. Его Господь укрепил. Это хороший царь был. А когда укрепил, сердце его надмилось. Вот как сектанты сегодня ломают хлеб. Все обман. И он решил взять кадильницу и покадить. Священники окружили его и говорят: царь, это не твое дело. А он начал кадить. И вдруг проказа покрыла его. И он сам это почувствовал и желал уйти. Его надо было изгнать вне города. Он уже в храм-то не приходил, но был в городе. И за то, что он был в городе, нарушен был указ о прокаженных, Господь отнял даже у пророка видение. Вот как понял Златоуст. Я сколько раз считал это, а мне даже и в ум не пришло это. Просто дата, не дата. Это показание отвержения Господа Бога от всего Израиля за одного важного человека. Вот и все. Надо бороться, как перед Богом, но молитвы, чтобы в грех не впал ни патриарх, никто, ни президент, знатные люди. Потому что они являются как бы на вершине горы. Вот это надо все помнить. Сейчас он нам, Иуда, это все покажет. Все. Так, идем дальше. 4 стих. Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к всему осуждению. У тебя свет сделал белое пятно. Убери вот так. Вот. Нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Толкование. Увещевает тех, которые однажды признали Господа нашего Иисуса Христа Спасителем и уверовали в Него, чтобы подвязались за веру. Ибо если мы приняли очеловечившееся слово и однако говорим, что иной тот, который прежде от веков от отца, и иной тот, который от матери, и что сей особое лицо, то как не отвергаемся единого Господа и Владыки? Ибо Господь Иисус един по единению домостроительства, потому что предвечное Слово Божие и Бог, имея насажденную славу Божества плоть, воспринятую им от Святой Девы, с самого зачатия есть один и тот же Владыка всех. Здесь тоже, думаю, что толковать. На веру просто это принимать нужно. И... некоторым вот свидетелям Иеговы им не открывается, они не могут понять, как три и один, они не могут. Есть такое объяснение Троицы наподобие вот Солнца. Это одновременно диск, тепло и свет, также и Отец, Сын и Святой Дух. Троица одна, Солнце одно, а свойства как бы разные. И тепло, и свет, и форма круглая. Также вот примерно так же мы можем представлять три единства Божества. 5-7 стихи. Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверовавших погубил, и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком,
на суд великого дня. Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им блудодействующие, ходившие за иной плотью, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример. Толкование. Сказав о разврате нечестивых николаитов, валентиниан и маркианитов, присовокупляет и то, что Господь избавил народ из земли египетской и так далее. Этим показывает, что основатель Ветхого и Нового Завета есть один и тот же Бог. А не как эти гнусные говорят, что будто один Бог гневный и жестокий дал Ветхий Завет, а другой Бог не гневный и человеколюбивый дал Новый Завет. Тем же показывает и то, что ныне Ермолаева 271. Микрофончик, пожалуйста, выключите, у вас звуки идут. Все понятно, нам тоже и параллельно встречу. Тем же показывает и то, что ныне несуществующие не останутся ненаказанными, как не остались вышедшие из Египта. Ибо хотя Бог превосходный своей силой и по клятве отцам их освободил их от египетского рабства, однако, когда они приступили закон, не оставил их без наказания, но воздал им должное возмездие. Ибо им нисколько не помогли ни благоволение Божие к предкам их, ни сверхъестественная сила чудес. И те, кои тогда перешли Черное море по суху, впоследствии за отступление от веры погибли. Тех же, которые, получив честь ангельского достоинства, по нерадению не прибыли в первоначальном своем состоянии, но отринули данным им благодатью небесный образ жизни, Бог сокрыл наказание на суд, то есть на осуждение великого дня. Ибо это значит слово «соблюдает». Почему и Господь говорит: «Идите в огонь, уготованный дьяволу и ангелам его». Матфея 25:41. В пример того, что их обнимет неугасающий огонь, приводятся и жители Содома. Плотью иной называет мужескую природу, как не служащую такому соитию, чтобы рождать. Ибо к такому соитию способна плоть женская. По изречению прародителя: «Кость от костей моих и плоть от плоти моей». Бытие 2:31. А плоть мужчины, как сказал я, чужда такого соития. Да и женская плоть по законам одна для одного есть своя и собственная плоть. А смешивающаяся со многими есть иная и чужая, и в сквернении мало отстающая от мужеской. Добавить, может, кто-то хочет или вопрос задать? Если нет, то идем тогда дальше. Послание Иуды, 1 глава, 8-9 стихи. «Так точно будет и с теми мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти. Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал: «Да запретит тебе Господь». Толкование.
Выставив упомянутые сейчас примеры, апостол предоставил подразумевать следствие их самому слушателю. Какое же? Если так, поступил Бог с этими, не посмотрев на прежний их хороший жребий, то уже ли нынешних нечестивцев избавит то, что для людей пришел в мир Сын Божий, претерпел за них поношения и понес страдания? Никто не может сказать этого, ибо, хотя он человеколюбив, однако и праведен поистине, и по истинному правосудию не пощадил согрешивших, а по человеколюбию ввел в царство блудниц и мытарей. Матфея 21:31. Ну, естественно, раскаявшихся. Такое вытекает следствие, что апостол опустил оное и сделал так или потому, что мы высказали пред сим, или же по примеру святого Петра, когда он говорил: «Если Бог ангелов согрешивших не пощадил», 2 Петра 2:4 и так далее. Так говорим об этом. Слова же «мечтатели, которые оскверняют плоть», сказаны с удивительной скромностью, ибо выражением «мечтатели» апостол только намекнул на крайне постыдную сторону дела. Обнаружим ее отчасти и насколько прилично заимствовал сведения об этом из сочинения святого Епифания Кипрского, названного им Панарием. Он говорит: «Эти блудники и сквернасы, постыдно соединяясь с женщинами, не спускают семя в утробу, но, не докончив осквернение, берут его в руки свои и тотчас влагают в уста женщинам, с которыми расклевались, и таким образом нечистые отступают друг от друга, воображая, что сделали что-то великое. Эту-то нечистую пригоршню за неоконченное дело называет апостол мечтательностью, ибо подобное осквернение бывает во время сна, оскверняя таким гнусным приношением плоть свою, они еще безумно восстают против божеской природы, отвергая ее господство и владычество над всем». Об этом пространнее высказался святой Ириней, епископ Лионский, в сочинении своем «Обличение лжеименного разума». Иначе, апостол свидетельствует о разврате еретиков, говоря, что они в жизни нечисты, а в знании весьма гнусны. Они, говорит, отвергают начальство, то есть отвергают совершение таинства Христова, отвергают, потому что вместо ангельских таинств совершают свои скверны, злословят высокие власти. Под властями должно разуметь разные мнения мудрых мужей, называемые у знатных эллинов положениями, под которыми разумеют они мнения возвышенные, доступные не всякому, но знакомым с философией. Свидетель сказанного нами апостол Павел: когда афиняне привели его в Ареопаг, и он проповедовал им учение о Боге, то сочли его пустословом. Читаем в книге Деяний в 17 главе. Итак, как учение апостолов называли пустословием, так и вышесказанное называли властями. Поэтому-то, говоря о людях богодарованных и богодухновенных, и употребил апостол Иуда слово «власти», как обычное и всем известное. Другое объяснение. Властями называют, может быть, Ветхий и Новый Завет. Или властями называют церковные власти, которые злословили, как дает знать в третьем послании своем возлюбленный Иоанн, стих 9-10, который пишет, что Диатреф поносит их злыми словами.
так как апостол упомянул о злословии, то не одних хульников уцеломудривает, но и всех людей убеждает не осквернять языков своих таким злом, не употреблять его даже и против достойных оного, и говорит Михаил Архангел и так далее. Он говорит как бы так. Они поспешно и неудержимо злословят всякого, но этого не должно быть. Ибо несправедливо злословить и заслуживающих злословия, как видно из поступка Архангела Михаила. Споря с дьяволом о теле Моисеевом, он мог бы упрекнуть дьявола за бесстыдство, однако не сделал этого, а только сказал ему: «Бог да запретит тебе дьявол». Иначе, если так поступил Архангел, то и мы в споре с человеком, братом и единородным нашим не должны употреблять злословия. Спор же о теле Моисеевом был такой. В апокрифах говорится: Архангел Михаил служил при погребении тела Моисеева. Дьявол не допускал этого, но поставлял Моисею вину убийства египтянина и за такую вину признавал Моисея недостойным погребения. Апостол Иуда напоминает об этом для того, чтобы не только научить нас не быть скорыми на злословие, но и представить нам, что все люди по исходе из тела должны дать отчет во всем, что Бог Ветхого и Нового Завета один и тот же, что по приходе нашим из здешнего мира дьявол вместе со своими злыми бесами восстает против наших душ, желая пресечь их благополучное шествие. Он противодействует, а добрые ангелы сражаются за них, как увидел это святой Антоний. Так могло случиться и тогда. Только Михаил отразил такого дьявола, запретив ему, но не своей властью, а предоставив суд Господу всех, сказав: «Бог да запретит тебе дьявол». Конец толкования. Пожалуйста, может кто-то добавить хочет. Игнат Тихонович, вот как вот до злословия не скатиться, но в то же время это и вот не умолчать о безобразиях, которые вот в церкви творятся. Где вот эта вот грань между злословием, от которого предупреждает нас толкователь, и вот, но однако же Архангел сказал, да запретит тебе Господь. То есть чем вот это вот обличение от злословия в принципе отличается? Что такое злословие и на эту тему? Злословие, то есть злые слова, ну а другого обличишь тоже, а что ты на меня злишься, тоже ему как бы эти слова кажутся злыми-то. Как вот здесь вот уловить вот эту вот грань? Надо смотреть примеры из Священного Писания, какими пользовались они, первые люди. И далее мы считаем. Вот апостол Павел произносит анафему: злословие или не злословие. Православная церковь ставит выше всяких слов анафему. То есть полное отвержение, вот как на Льва Толстого было. Даже фильм такой по Куприну, анафема. Кто не смотрел, посмотрите. Как это было? А кто анафема? Я стал исследовать и нашел, что анафема эти в первую очередь против православных. Сегодня. Так злословие или не злословие? Вот Господь сказал: пришел к погибшим овцам Израиля. Так это злословие или нет? Потому что вокруг него были люди. Люди, которые решали вопрос ему, его жизни. А он их назвал скотомогильником.
погибшие овцы, они не просто валяются, в определенном месте увозят, где они находятся. У людей называется кладбище, Хованское или какое, где сейчас там в Москве такая бойня прошла. Человек 500 там резали, стреляли друг друга. Что там было? Кто не знает, посмотрите в интернете. Так вот, злословие или не злословие? Вот надо сначала посмотреть, святые пользовались этим. Да, Павел пользовался. Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, маранафа, Господь грядет. Вот сейчас говорили, не верят в Троицу. Еретики, еретики. Их называют не просто безумные, а безумнейшие из безумных, называет Иоанн Златоуст. Да как так? А вот приходят люди креститься, в крещение иногда заменяют свое имя. И вдруг Иоанн Креститель всем заменил имя. Люди идут, там Иван, Захарий, а он говорит, порождение ехидины, змеи. Злословит он, назови сейчас, приди, начиная со своего начальника какого, как он на это будет реагировать. А это речь сошла о том, что многие уверовали из священников. Люди были элитные, из центрального города. Городская, областная дума пришли, и вдруг оказались одни змеи. Или оспаривать будем? Это надо чувствовать. Ты со зла сказал или нет? Злословишь или говоришь истину? Соответствие истины, хотя бы было самыми грозными словами высказано, никогда не бывает злословием. А сегодня обзови его собакой. Ты собака. Но никого нельзя злословить. Что с дьяволом сравнивать? Вот считаем, в полной Библии написано, когда Давид вышел против филистимляна, филистимлянина, тот говорит, что ты вышел на меня, и разве я собака с одной палкой? А он отвечает, ты хуже собаки. Так он злословил его или нет? Даже хуже собаки. Шакал какой-то вышел. И вот кто не любит Господа, да как любить его? Любить его так, как советует Святая Церковь. А он во Святой Троице второе лицо? Да. 2 миллиарда мусульман его не признают таким. Он просто обыкновенный Иса, пророк был, как родился от женщины, от соития мужчины, от Якова, там, от Иосифа. И вот он теперь вознесся, и все, больше ничего и не было. Так вот теперь, когда о них мы считаем, что принес этот Мухаммад, это мы считаем, у святых написано, у жития святого Михаила, у других. И дальше он перечисляет все, что было сделано их пророком, сколько убито было, и говорит, это слуга сатаны. А сегодня скажи им это, они обозлятся. Но соответствует или не соответствует? Вот она, женщина, пришла, дети на площадке игровой, и взорвала себя, и детей всех погубила. Так от сатаны или нет? Или они ей рай обещают? Вот надо в это посмотреть. Обращается пророк Исаия и говорит на священников, это псы, бредящие лежа, не могущие лаять, любящие спать. Сони, за сони. Так, такие-то слова, это сразу за злословие сочтут, ничего подобного. Это соответствует действительности, грозные слова. Вот Павел разговаривает, Елима, волк мешается, он уводит от истины, а проконсул Сергий слушает. И Павел тогда повернулся к нему, ты сын дьявола, враг всякой правды, доколе будешь совращать прямых путей Господних, злословие или нет? Петр подошел, такой жалостливый, узнал, что Христа распинать будут. Господи, да не будет с тобой этого. Христос назвал его Акифу, Петром, камень означает. И вдруг Христос взглянул на него и говорит, отойди от меня, сатана. Петр, верховный апостол, от которого католики все берут начало, так это дети сатаны выходят. Люди собрались, говорят, мы верим в Бога и Иегову, а Христос говорит, Евангелие от Иоанна 8:44, ваш отец дьявол. Дьявол, вы хотите исполнять похоти отца вашего. Сегодня, кому бы ты это ни сказал, будет воспринято как грубость. Допустим, Государственная Дума лжет, лживые законы издает. И кто-то сейчас бы пришел прямо в город, не патриарх там стоял там в водопроводных трубах говорил, а прямо. Вы, сыны дьявола, доколе будете совращать прямых путей Господних? Ну и как бы это рассудили? Никому не надо подделываться. Это может сказать человек, обрещенный силой Духа Святого, словом пророка. А этого-то нету сегодня. Ничего нету. Нету и спрашивать не с кого. Мы сегодня придумали миссионерский отдел. И даже ни у кого ума не хватает, что их нельзя создать миссионерские отделы.
Ну, можно создать лыжный комитет, велосипедный, мотоциклетный, там они обгоняют. Это нельзя сделать. Тут человеческое нужно условие. Создать колхоз, государство, заложить город – это человеческая мудрость. Здесь нет этой человеческой мудрости. Миссионером быть – это быть избранным Богом, наделенным тысячами талантов, как Златоуст говорит. Ни одной тысячи талантов. Они набрали, говорит, шатья братья, Дворкина впереди себя выставили. От них ничего нету, кроме великого вреда. Это имитация духовной работы. Имитация. Вот. Ты посмотри, вот сегодня кто зарядить, Алтайская митрополия, Алтайская. И они у нас по Теряевке были в пятницу, приезжал митрополит Сергий, а уж там на нас нападали, да вы никто, да батюшка безблагодатный. И что они написали? Отчет. Как величают, как благословляют. Это митрополит? Они не знают, это кто, миссионерские отделы. Они злословили, начинают с Тувы. Что там Тувинский какой-то, и он знает больше, чем митрополит здесь? Нет, они на него бросаются, ничего нет. Бесноватые люди. У них понятия даже нету. Миссия – это миссия мира, добра. И он называет меня известный миссионер, там называет меня митрополит. В их, на их сайте, нет, не на моем митрополитчем, что он знает и видит. А как это узнать? По плодам. Слово имеет особую огненную силу. И обличение, и научение, и наставление, и касается человека. И он никогда к властям не пойдет жаловаться на них. Рожденный свыше этим не занимается. Он благовестник. Ему верена миссия нести все Священное Писание и послание Иуды. Когда кто слышал, чтобы на послание Иуды проповедовали сегодня? Где? Ну, просто, если знаете, скажите, я не встречал. Но чтобы вышел и с таким грозным голосом сказал, мечтатели. А когда? В советское время был кремлевский мечтатель, дворянин Ульянов, убийца. Большего преступника земля не рождала. Гитлер против него просто младенец, ласковый. По-другому не скажешь. Что делал он? Какую страну погубил? Ну и попробуй скажи. А злословишь? Ты злословишь власти. Как злословишь? А теперь Павел говорит, что послание к Галатам 1:8-9. Кто говорит не то, что я говорил вам, или мы, или ангел с неба, будет говорить иное, да будет анафема. Ну, понимает, анафема – это полное отвержение, харем, проклятие. Уже возврата нет никакого. И это накладывается на кого? В первую очередь на православных. Они не знают Священного Писания. Кто будет говорить иное? А тут все иное. Совершенно не сходится с Писанием. Вот мне задают вопросы каждый день. Вот такой-то ролик. Ну, посмотрите. Говорит человек хорошо. Вот там есть Шарий. Он говорит об этом. Я посмотрел. Одно, другое. Там десятое его где-то. Он совсем Бога не знает. Там Илья, это его, который там начальник. И то же самое. Прям с первой два предложения сказал, одно неправильное. А люди этого не видят. Не знают, почему это Дух Святой открывает. Он говорит слова, которых нет в Писании. И они противоречат истине. Ты проси Бога об этом. Первые христиане, когда шли по миру, говорят, рассеявшиеся, ходили, благовествовали. Деяния апостолов, 8 глава, 4 стих. Это люди были движимые Духом Святым. Движимые. Здесь ничего нету. Хитрый, мудрый отдел и делает какие-то цензорские, миссионерские. Это обман, лютый обман людей. Это вредительство. Они обходят море и сушу, и кого обращают, делают сыном гиенны, злобным, непримиримым. Они этого не знают, чтобы люди обращались к Богу. Не тогда, когда тебе трудно, а когда им трудно. И они простирают руку помощи тебе и понимают. А сегодня заканчивает семинарию, а ему 25 лет нету, его уже священники толкают. И вот про меня они что говорят, и вчера кто-то выступил, но я ВКонтакте не бываю, а там модераторы, администрация прикинули мне, а наш, не наш, а он в городе Славгород, новая епархия образована, и там Всеволод, Владимир Александрович Понич, он с Украины, он же не крещеный, год ровно 5 мая, как его поставили епископом. Так он вызвал священников и наказал, кто поет по Теряевку, это будут иметь большие неприятности от него. Он всех начал гнобить, давить. Я ролик, кстати, я когда стал местному митрополиту говорить, тот даже не поверил.
за Нину Жолнеру, ее больше года не запускает в храм клочки, она за нее заступилась, он, ты заступаешься, ты там же будешь. А точнее, это волчий оскал. И я об этом написал. Написал, сказал в ролике. Он мгновенно отреагировал, вышел на батюшку. Да вот на меня сказали, это вот я так начал как бы оправдываться. А батюшка говорит, у меня и компьютера нет. На меня все столкнул. А я сказал, сказал. Не нравится, подавай в суд. Дня не работал здесь, никого не знает. Сколько священников приезжало, ни одного не было. Архиерей спрашивает, митрополит Сергий, а почему никого не было? Да потому что ваш епископ это вначале отказывался, машины нет. Он говорит, я ему подарил машину или дал. А теперь у нее низкая посадка, ну разные пакости. И вдруг из Ростова, он оттуда последнее время был. Вчера она выходит на меня, молодой-молодой такой, сытый, справный. Гладенький просто. И один, он как начал меня полосовать, там, какими именами называть, ну, я что ему отвечать? Просто выбросил. Я говорю, а это-то Всеволода, ему пинка Бог даст, он вылетит оттуда. Злодействует, злодей, злодейски. И вдруг вот это в митрополии получилась эта заметка о нас, как мы были, и мне сразу из Ростова позвонили. Простите меня, я говорил вот так вчера на вас. Простите меня. Я говорю, кто ты такой-то, хоть как тебя звать? Он, Григорий меня звать, и я на вас говорил, а оказалось, все это не так. Видите как? Он вчера только злословил. А я это не принял за злословие. Там, вот ты лаял на него, а протопоп Авакум говорит, и я лаял собаку Никона. Я лаял его. Лаять это очень хорошо. Псы в каждой епархии есть, охраняют его там, ходят по стенам, в монастырях везде держат. Псы, бредящие лежа, любящие спать, вот это плохо, когда не могут лаять. Они не могут охранять Божий виноградник. А у нас архиерей служил, трикири у него называется, дикири, пять свящей, благословляет и благослови, Господи, виноград все, и же насадила рука твоя. Мы виноград его, а то уста архиерея произнесли, а они на нас, там и сектанты, и вдруг все заглохло. Это виноват он, все виноват, что вас привещает. Понимаете, пятый раз приезжает служить со священниками, секретарями, и он виноват, почему? Злоба ослепила их. Они касаются миссионерского отдела. Главное злословие все там. Они не могут сказать, да запретит тебе Господь. Больше они не имеют права ничего сказать. Я им говорю, ваши действия подпадают под такую-то статью, потому что вы злословите. Батюшка наш безблагодатный, а почему? А вот его там из зарубежной церкви вычеркнули. Ну, какое отношение зарубежная церковь имеет к Царству Небесному-то? Или патриархия-то? Ну, вычеркнули. Так это на бумаге. А он у нас, митрополит служит и поминает Илариона, первого иерарха зарубежной церкви. Послушай, это я выставил все. 2 часа 2 минуты идет богослужение. Вот оно где злословие-то. А когда на его вот эти бешеные нападки я говорю, это вот так называется, теперь они это называют злословием. А они это сделали. Он противодействовал Елима, и он получил название «враг всякой правды», «сын дьявола». Это Павел сказал тогда, когда увидел их действия. Вот тогда. Тогда это будет злословие, злое слово, не соответствующее действительности. А так самое грозное слово – оно соответствует. И посмотри, как говорит пророк Иеремия. Женонеистовые жеребцы ходят в домы женщин. Жеребцами женонеистовыми называют. А женщина какая? Какими словами ее называют? Человек всего ничего любит. Ну, сходить там на футбол и любит мир, что... И вдруг Иаков 4:4 говорит, прелюбодеи, прелюбодейцы, блудники, проститутки. Это те, кто любит мир. Да я нет, я только чуть-чуть, ничего, прелюбодеи. Изменники. Церковь, мать тебе, куда ты потянулся? Кто любит мир, нет любви отчей. Дружба с миром – это вражда против Бога. Против Бога? Да я слова не скажу. А любишь мир – это одно и то же знак равенства стоит. Вот и все. Так Яков что нас озлословил? Он конкретно сказал ко всем. Какие грозные слова сказал. И это не является злословием, потому что соответствует действительности. Так мы видим это из Ветхого Завета. Ты посчитай слова Иоанна Златоуста, 6 там слов его против иудеев. В лексиконе таких слов сегодня не найдешь, какими словами он их кроет. Соответствует действительности, это не является злословием. Ты просто ничего не знаешь еще, посчитай, посмотри. Да то, что Иоанн Креститель говорит, Христос их называет какими словами. Вот так. Все, отошел.
10-11 стихи. «А сии злословят тот, чего не знают. Что же по природе, как бессловесные животные, знают, тем растлевают себя. Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как Валаам, и в упорстве погибают, как Корей». Толкование. Михаил говорит: «Не потерпел хулений дьявола против человека, то есть Моисея, а эти слагают хульные речи против учений, которых не знают. А что по естественному стремлению знают смешано, как бессловесные животные, то преследуют, как кони. Горе им, потому что они пошли путем Каина через братоубийство, ибо преподавая нечестивое учение братьям, то есть единородным человекам, убивают их злыми своими учениями, или, пожирая семя, убивают братьев своих в возможности, то есть тех, которых семя, доведенное до зрелости, привело бы в жизнь. Они пошли путем Валаама, потому что и свое делают для корысти, как Валаам. Пошли путем Корея, потому что, подобно ему, будучи недостойны, похитили себе учительское достоинство». Да. Вопросы есть? Дополнение, Игнат Тихонович, есть к этому стиху? Ну, дополнение из нашей жизни надо брать, как это подходит. Видел я это или не видел, знаю ли Валаам, где корыстолюбие? Да в церкви-то главная корысть. Что они делают? Без денег шагу не шагнут. Новые парки образовали, как Андрей Кураев говорит, в 6 раз увеличили поборы со священников. Такое, как там голосовали в 2 раза. У священника даже машину продаешь, чтобы заплатить, которую наложил на него епископ. Мне знакомый священник, ты знаешь, отец Иоанн Суворов из города Тулы, звонит и говорит: «Ну вы знаете хоть одного епископа, который не делал бы поборы, разоряло приходы-то?» Я говорю: «Знаю». Вот он приезжает, своих причиндалов-то наберет там с собой. Их надо покормить, с собой оставить. Так, мне это звонит. Говори. Да. Пупкова не было. Он сидит передо мной сейчас. Занятия идут. Почему он не пришел? Все лежит на месте. Я еще не знаю. Может, он заболел. Он зря-то, если сказал, он обязательно сделал бы это. Отвез. Но я теперь скажу, это из Литвы же. Я позвоню, скажу: «Виноваты. Рассыльный брат где-то за ним мог или запрягли его в другое дело. Он же не бездельник сидит. Отошел?» «Нет, сегодня уже вряд ли, не знаю. Если надо будет, он позвонит. Сейчас кончим занятие, я попрошу его. Давай, с Богом, отошел». Ух, все у меня упало. Не хотел я ронять. А вот видишь как. Так, и вот теперь мы посмотрим на слово это «злословие». Как оно выпрет именно на сегодняшнее дело. Сектанты поступают, как Дафана, Верона и Корей. Они отступают от церкви. И им на это даже указать, чисто 16 глава, что они не церковь. Так это не просто злословие, это сотни миллионов людей, мы сразу определяем куда-то в другую сторону. У них нет рукоположенного от апостольских времен по херотонии епископата. Нету. А они злословят церковь. У них они не церковь, а живут лучше нашего. Но люди, которые корыстолюбивые, православные, вплоть до самого высокого чина. Валааму называют их. Это, ну, представь, сравнять с Иудой даже. Христопродавцы. Не надо ругаться даже ничего. Просто сказал ему: «Ты последователь Валаама. Корысть и трусость, трусость и корысть». И перечисляет, которые герои древности были. И с ним сравнивает себя. Вы понимаете, как оскорбительно?
Раньше можно было схлопотать себе вышку, то есть высшую меру наказания. Что там Солженицын написал? Капитан батареи. И написал, что Сталин это пахан. То есть преступник, который погубил людей. Его арестовали, да ладно, еще живой вышел. Вот как. Это не то, что люди понимают, ругается, мать, он и не понимает даже, еще, какие слова говорит. Вот самое, ну назови его свинья. Ты свинья русская. Ну, мне не обидно это, я сам знаю, что так и есть. А об этом говорит Матфей, не бросайте жемчуга перед псами и свиньями. Свиньями названы верующие, христиане. Как это, разве мы свиньи? Тебе не надо толковать, уже истолковано было. А псами, псами неверующие, которые нападают. Господь говорит, не 12 ли я вас избрал, но один из вас дьявол. Ничего себе. Так а сколько этих дьяволов-то сегодня, которые предают дело церкви, Евангелия? Бросили все. Правители 25 миллионов русских людей бросили за границей, когда Союз распался. Американцы одного летчика в Сербии потеряли, все войска двинули, пока его не нашли. Одного, единственного. А здесь 25 миллионов, и не шелохнулся никто, ни Ельцин, никто. Вот что, какую муку люди претерпели. Кто они такие, предатели? А скажи ему, кровопивцы, не давали пенсии, не давали заработка. Ну, рассчитывались там, кто где работал, кирпичами, деревом, там, колесами. А кто не дает человеку плату, а у него это, от этого образуется кровь от хлеба, а его нету. Они называются кровопийцы. Кровопийцы от президента донизу самого. Сегодня там у всех хоть что-то есть. А было-то что? Вот учительница там, ничего нет, она повесилась. Ну, кто-то отвечать за это будет. Вот какое дело. И поэтому грозные слова, соответствующие действительно, от действительности, они побуждают людей измениться, вздрогнуть. А он меня так назвал, это, наверное, я такой и есть. Тем более, если человек в доверии. Вот выступал патриарх Кирилл как-то и сказал, ну, кто мы были до принятия Христа? Полудикие племена. Нас и человеком нельзя было назвать. Абсолютно правильно. Да как на него напустились, особенно родноверы называются эти язычники, неоязычники. Да как он посмел, да русские люди, да Владимир, они там были. Да какие были-то? Письменности не было. Вот. И он не злословил патриарх. Он сказал, действительно так. Какие люди были, не знающие Христа. Так и сегодня. Так а безумно можно назвать? А ты псалтырь читай, 13-й, 52-й псалом. Сказал, безумец в сердце своем нет Бога. Даже еще ничего не сказал. Только внутри себя подумал, уже безумец. А Христос говорит, не называй безумным никого. Ибо, ну дальше что тебе, гиена огненная? И тут тоже надо разобраться. Кто отрицает Бога, Иоанн Златоуст говорит, безумнейший из безумных. Понимаете, такие простые вещи Дух Божий неужели не подсказывает, можно назвать или нет? Если ты избран Богом. Простые слова, но другой почувствует. У нас на стройку приехал там по, как сказать, социальной защите один. Я еще на стройке работал. А я говорю, вот разве это положено так? Женщина на третий этаж такие носилки с раствором носят. Вся внутренность у них вылазит. Она уже рожать не гоже-то. Вы креста не имеете. Он так посмотрел на меня. У вас евангельский язык такой. Я говорю, по Евангелию Бог будет судить. Все ограбили. Все. Тогда были премии маленькие, но любая премия-то, она хороша была. Меня лишили всех премий. А почему? А зачем баптисту давать? А бригадир хороший Кобзев Сергей с Новоалтайки, он говорит, дайте мне 6 человек вместо 15 вот таких баптистов. И я буду каждый день 200% плану давать. Мне назначила премию, а ее не дали. А отдали, сидит вся в наколках, которая кассир отдает. И 600 рублей, а у меня заработок 72 рубля, а ей премия 600. Ну, конечно, кровопивцы, но ничего не сказал, отошел, да и все. Понятно, на все надо смотреть трезвым взглядом, молясь. Как ты сказал, правильная оценка событий, и она не будет злословием. Христос сказал на Петра, верховный апостол называется, сатана отойди от меня. Почему? Он видел не человека, а сатану, который его ртом шевелил. Жалел при том, неплохие слова сказал. Не проклинал, а только да не будет с тобой, Господи. Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн.
И вот теперь у тебя уже в голове будет понятно. Множи, говорит, слова самые грозные, но они должны быть сказаны с желанием спасти человека, обличить, чтобы он вздрогнул. Все. Время 7, час прошел, полчаса у нас на вопросы и на ответы остается. Пожалуйста, у кого есть вопросы, задавайте. Когда пройдет полчаса, ты не отходи, у меня вопрос к тебе будет. Видишь, звонят. И сейчас только позвонила еще одна душа, где должен был ты сегодня быть. Я им ничего не говорю, говорю, значит, занят был. Ну, меня мог бы он уведомить-то, ну, забыл, может быть. И товарищ, который должен был, тот не позвонил. Я целый день на улице товар держал, пока я сейчас занес его. Ну, вот так. Вопросы. Ты сначала проверь, может, никого нет, может, мы двое с тобой остались только. Есть, есть, мы здесь. Да нет. Он здесь. Молчат. Наверное, все знает уже. Молчание означает два варианта. Все знает или ничего не знает. Это точно. Но нет вопросов сегодня. Мы подготовили вопрос. Можно тогда я скажу? Можно. Хотел отметить по поводу ролика, знаете, Тихонович, где вы там беседовали, Сергей беседовал и Игорь беседовал, брат. Вот. Ролик очень живой получился и очень приятный. У нас, как говорится, начинаем за здравие, заканчиваем за упокой. А у вас только наоборот. Начали за упокой, закончили за здравие. У меня сначала душа заболела, когда начались такие речи, а потом душа успокоилась. Очень приятно, что вот так закончился этот диалог у вас. Да, слава Христу. Вы сейчас смотрите ролики, которые я выставляю, что был у нас митрополит. Вот завтра, если Господь благословит, будет концерт за обедом, там другое, что было. Как там устроили ярмарку потеряевских изделий, что они делали на столах. Вам будет очень интересно увидеть. И отовсюду сейчас пошли сообщения, люди благословляют из разных государств. Люди увидели пример. Из ничего. Люди работают. Рядом живут, который помогал там грейдерам, а этот Женя Долгов-то. И то жена сегодня написала, как приятно смотреть, там и пруд такой заложили. Так она видит только один, а их еще два там. А то уже три. Да в деревне один четвертый. То есть сейчас, если я приеду туда вот на 10 июня с лагерем, мы сразу начнем готовить еще два пруда. Какая дорога? На людей это действует. Они видят, не все развалилось. Можно начинать с нуля. С помощью Божией. По благословению Божию. Вот обыкновенная машина, мы ездили. Ну скажите, вы ездите на машине, кто вам ее освящал? У нас освящал ее священник и три епископа. Ну дадите мне такую машину. Ну, я не говорю ту, что где патриарх ездит на ней, то он ее сам освящал, может быть. А вот наша газель, на которой мы прошли от Владивостока, от Тихого океана до Лиссабона. Вот. Три епископа благословляли одну машину в разные места, где бы ни приехали. И они посчитали для себя это за счастье. Потому что машина приобретена была на благовестие. Так и любое дело. Ну, пожалуйста. Благодарю, Андрюша, за слово доброе. Можно мне вопрос? Да, Рафан, пожалуйста. Игнатий Тихонович, меня, в общем, пригласила женщина одна, ну, икона Казанской Богоматери к нам приехала в Алматы. А то дождь такой, я говорю, а нужно ли ехать? И что мы там будем делать? Она говорит, приложиться. Но я не поехала, и она не поехала. Мне не с кем тут ехать. Я говорю, ну вот, что, правда она такая чудодейственная? Или... Это копия. Казанскую своровали еще в царское время. А-а-а. Украли, ее нету нигде. Вот как Монреальская, Иосиф Муньоз с ней ездил, пока не убили, не украли, доездился. Не была и не была. Ты откроешь, если календарь, то найдешь, что в году 365 дней. А икон чудотворных примерно 700, по 2 на день. Ну и давай езди везде, стукайся от поцелуй, да еще бомбу одну икону. Кто их учил? А я, говорит, поцеловал. Ну мы друга когда целуем же, мы не бьем друг друга лбами-то. А другой, он...
правила, без правил тогда, борьба без правил. Он так долбанет тебя и может окочуриться. И вот они гоняются. Вот говорит, поезд привозили, говорит, в прошлом году мы ездили, очередь такая. Я говорю, ну зачем? А может, это вовсе не ее поезд? Правильно, правильно. Вот даже мощи Серафима Саровского нашли, я в это не верю. Там мощи там 40 сантиметров длиной, и как узнали, на рукавник. Да на рукавник у всех одинаковый. То есть им нужен ажиотаж какой-то, оживляш, так называют. Я не верю в это. Еще у меня ходить. Я верю, что мощи, Господь делает и творят чудеса. Ну и все, я верю, что это может быть, как Елисей. Прикоснулся, написано в Библии, я жил мертвец. Но не больше того. Нигде в Писании нет, чтобы над мощами издевались, фаршировали, куда-то вмонтировали и прочее. Это трупопоклонство, совершенное неверие в силу Божию. Ты блаженный, говорит, не видевший и уверовавший, уверовавшая. А если икона, у нас у одной сестры икона замироточила, она мне звонит, что делать? Я говорю, тут ближайший храм, отнеси, и все на этом кончилось. И все кончилось, больше нету. Комиссия составлена в патриархии, там Иоанн Экономцев, Павел Флоренский, это директор геологического института, академии, исследовали мироточение и пришли к выводу, не черти ли нам мозги пудрят, а священники, говорят, голову ломают. И закончили, народ наш тупой, и печатает «Комсомольская правда», все. У меня в книгах это есть, кому если не верится, я могу скинуть сразу, какой номер, какая страница. Не надо за этим гоняться. Иудеи требуют чудес, а еллины ищут мудрости. А мы проповедуем Христа распятого. Для еллинов соблазн, для иудеев соблазн, для еллинов безумие. А для нас сила Божия. Мы проповедуем Христа, который умер за нас, который взял наши грехи, агнец Божий. Я вот сегодня с голубями занимался, у меня голуби есть, тут прикормил еще разных. И вот подумал, вот Господь избирает самое чистое. То ягненок, вот агнец Божий, берет на себя грех мира, Дух Святой в виде голубя. А когда Библию открываешь, глупое самое животное – овса, самая глупая птица – голубь. Господь говорит, Ефрем мой, как глупый голубь. Я держу голубей, я знаю, более глупой птицы трудно найти. Их нельзя научить. Гуся можно, ворону можно, а голубя нет. Вы на сцене посмотрите, хоть один носорог выполняет команды, а Иов говорит, попробуй. Он тебе покажет. Может, ты его девочкам своим подаришь, может, к яслям привяжешь. И вот овечки. Какие овечки? Что там они могут выполнять? Не знаю. Козла можно научить. Сергеев даже учил ее сидеть, лапу подать. Копыта. А вы увидите, я в интернете поставлю, он в Потеряевке. Он такой дрессировщик, у него там собак 5 дают ему на воспитание. И он их положил, одна, вторая, третья, как будто бы мертвые. И лежат, лапу вытянули, вторая спиной между животу и так дальше. И кот также лежит. Батюшка посмотрел, да они то ли мертвые у тебя. Я сам держал собак по уголовном розыске, но я даже представлять не могу, как бы я 5 собак положил-то. Ну только сам бы, если упал там на них. Это талант, большой талант. Да. Еще, если из Москвы ехать, мне, наверное, придется сесть на московский поезд. А московский, значит, он прямо остановится на Корчино. Если на него сядете... До Корчино подходить, да? До Корчино брать, да? Да, да. Ну, я вам сбрасывал. До станции Корчино. Ну, заранее скажете, когда приезжает, оттуда позвонят и... За наши могут приехать. Это не больше 20 километров от Потеряевки. У нас было оттуда. Кто-то пешком пришел. Как если дождя не будет, съездят. Ну, за дорогу придется заплатить, там шофера наймем. Вот и все. А можно мне спросить? Сегодня сейчас вот Рейхан говорил об иконах, и я не понимаю, зачем, например, так много икон Божьей Матери там. Даже не пересчитать их. У моей мамы целая куча, коллекционирует куда-то. Какая разница, перед каким образом молиться нужно же, даже и без иконы. Я не против икон, но не понимаю, зачем, что из этого делают, например. То за неупиваемой чашкой гоняется там, вот говорят, она помогает от пьянства. Тут другая икона там еще чего-то помогает. Ну, совсем не понимаю, к чему это, какая разница, Матерь Божия одна, можно и
беззаконное к ней. Это не верие Богу. И у нас ролик есть один. Мы были, это в Осинниках, наверное. Нет, или в Осинниках, когда в Кемеровской области были. И там Филонова Нина, она к нам приезжает. И у нее на стенах везде журналы, все иконы, иконы. Кто она, не знает. Я стал по одной снимать. Я говорю, снимай сама. И она снимала, кажется, 110 иконок сняла. И мы поехали дорогой. Стали, когда готовить еду, в это время я уже их вынес, помолились и сожгли. Непонятно что. Зачем тебе они? Да я не знаю, кто, когда, как. Вот больше 110 иконочек, ну, журнальные там в основном. Или которые там выгорели уже, выцвели где-то. Ну, помолились и сожгли, и все. Такое правило. А то куда девать? Никуда, сжег, и все. У меня иконы есть, и мы, ну, не, мы один раз прислоняемся к иконам. Это почтение отдаем, как положено, по чину. Ко кресту, когда подходим, и икона там лежит. Больше нет. Дома, да? Вот, да. До, нет, не дома, в церкви. А дома мы вообще ни к иконам не... Она стоит и стоит там, ну, на празднике там пыль маленькая, крылышком сметешь, и все. У нас много икон, они стоят, иконы, настоящие иконы. Ну и никакой помощи я не жду от иконы. Я молюсь святым, дивным Господним, и они слышат, отвечают. Зачем так много разных икон Божьей Матери делать? От этого я не знаю, как лучше человека. Продавать. Бизнес. Торговлю устраивать, бизнес. Можно я скажу? У нас одна прихожанка очень хорошо по этому поводу сказала. Она говорит, что мы дети Божьи. И Господь дает нам игрушки в виде свечей и икон, чтобы мы поиграли в эти. Ну скажите, Валерий, а откуда вы узнали, что Бог это дает? Это первое. Иконы, ну, дальше, да, иконы игрушками не называются. Это второе. И Богу не нужно, чтобы мы оставались дети по разуму. Он говорит, судя по возрасту, вам надлежит быть уже зрелыми. Во, а вас как дети малые, молоком поить надо. То есть то, что она сказала, опровергается в каждом слове. Богу не угодно это. Это сатана. Сатана над людьми издевается. Сатана. Чтобы Богу не поклонялись, а служили изделию рук человеческих. То есть, как бы, нет, не служили, он говорит, играли. Он просто люди не могут молиться без икон. Храма нет и молиться некуда. Вот он зашел, у моей сестры там побелка, но она иконы вынесла, он старообрядец. А у вас помолиться некуда. Но она мигом принесла, и только икона должна быть на металле и на дереве. Все. Никак на другом. А он, разные там эти грузины, они на шкуре, на баране там иконы делают. И ничего. Икона – это изображение, оно напоминает первообраз, и поклонение ему отдается первообразу. Это в церкви достаточно этого. Дома у нас никогда этого нету, чтобы мы по иконам где-то шарились по стенам. И в храме у нас никто не ходит, и продажи нету. Все это можно устранить. Игнатий, а вот первооткрыватели – это ваши деревни, деревцы. Они, наверное, старообрядцы были. Первые, которые приехали, были старообрядцы. Старообрядцы, беспоповцы. А мой дед приехал когда туда. Вот у меня отец Тихон Дмитриевич, Дмитрий приехал, дед по отцу. Он из старообрядцев Белокреницкой иерархии в Москве. Рогожская слобода. Да. И он отсюда, а они староверы это место-то заняли, и они никого не принимали, то есть землю не нарезали. Видимо, право им такое дали-то. Пока он не будет одинаково верить с ними. Без поповца. А у них свой наставник, он крестил, но он не священник. Крещение это признается. А сегодня миссионеры даже не понимают, что такое раскол и что такое ересь. Их называют еретиками. Они никогда еретиками не были. Они исповедуют Святую Троицу, старые книги, все. Кто раскол-то? Кто произвел? Щурка или топор? Ну кто расколол-то? Никон. Никон раскольник, а не Аввакум. Все перевернулось в башке у человека. Если раскольники, то раскольники именно патриархия. Они я спросил, потому что вот о прудах, у вас пруды, и есть о боливийских старообрядцах. Они тоже беспоповцы, там Стрыженский такой, советник, нет. И вот он в Боливии, я попал в 19 век.
И вот там как раз поселение русских. Вот они показывают, что они сделали. У них тоже где-то там 5 или 7 вокруг их, скажем, поселения. И вот они там живут, как бы выращивают рыбу, продают. Они говорят, я подумал, что как-то это... Нет, у нас православие со священ... Ну, признайте, к старообрядцам, беспоповцам митрополит не поедет. Его никто не примет даже. Он для них еретик. А для нас он благодатный. Благодатный. Он приехал, преподал архипастырское благословение и службу, литургию, служил, и все. Вот. Мы из староверов, но которые имеют священство. У них нет благовестия. Он назвался Каменским. Это Каменский из Екатеринбурга? Ну, это что там? Ладно, это не вопрос уже. Дальше давайте вопросы. Игнатий Кирилович, мне еще интересно, откуда святая вода появилась. Как сразу с первого века, там, про свора. Нигде не нашла этой информации. Так, я так и не понял. Что-то неясно. Сережа, что она сказала? Откуда появилась святая вода, с какого века, и про свора. Святая вода откуда? Да, да. Когда? Да, в каком веке? Какая вода? Которую священники освящают? А, ну да. Ну это с первого века в Ветхом Завете было, водой все освящается. Ты можешь не называть ее святой водой, освященной, еще не меняется. А потом это вошло в обычай. И обычай этот показал на деле, что это очень хорошо. Водой все очищается. Весь Ветхий Завет наполнен этим. И покропит водой, и кровью. А вот как у христиан началось, есть такая книга, она где-то страниц 800, наверное, с лишним, профессора Скобалиновича, киевского там профессора, дореволюционный еще. Он объясняет, в каком веке какая молитва возникла. Допустим, Пресвятая Троица, Царю Небесному Утешителю, посты. Он все это объясняет. О Святой Воде я не знаю, там у него сказано или нет. И так оно было понятно. Освящает, мы же видим, освященные куличи, там яйца освященные, говорят, из церкви. Вот. И так и к воде относились. Вот мы поехали в путешествие. Путешествие. Мы с собой взяли просворы и вода. И проехали всю Европу и Азию, и Скандинавию, и Прибалтику, и пили воду сырую везде. Иногда была такая вода, как будто глину пили мы. И ни один не заболел. У нас с собой вода была. У меня глаз болит. Никакого лекарства, только святой водой. Святой, вот, которая, ну, крещенская там какая. И все. Я каждое утро без нее, я даже не представляю как. Почему? Я в это верю. Верю и по вере Бог дает. А скажут, а я не верю. Ну, это твое дело, не веришь. Люди в это верят. Много людей приходят за водой. А про своры откуда появились? Как появились? Ну, какой год узнать, это ничего не значит. Я просто верю. Посты я узнал там в 7-8 веке. Они совсем не евангельские посты, но я отвечаю просто, я православный, поэтому все вопросы отошли. Да как вы православный, вы Писание знаете, однако вот верите таким предрассудкам? Верю, верю, они не противоречат Библии. Эти посты не евангельские, их надо отменить, но их церковь не отменила. И мы в лагере строжайше соблюдаем. Теперь моя задача полюбить эти посты. Я у Бога выпросил этот дар, чтобы я не просто исполнял, а делал это с любовью. А, нет, Игнатий Тихонович, а про своры как они появились? На основании чего? Кто появились? Про своры. Про своры? Ну, это хлебы. Хлебы обыкновенные. Христос взял хлеб. Но потом решили, что вот так. Ну а храмы откуда взялись? Купола. То есть тут подряд можно. А почему окна такие вот необыкновенные, а вот видишь, как полукруглые, там стрельчатые у католиков? Это предание какое-то было. Люди как-то старались это выделить. Обыкновенный хлеб. Большие просворы. Видишь, они как делаются. Как будто бы шапочка какая на них. Просворы. Потом отпечатает печать особая есть. Крест отойдет. Нигде этого Христос не делал. Он взял хлеб, лепешку, переломил, подал и говорит, тело мое, вкушайте. Но потом так вот обычай такой стал. Ну а я против буду. А что мне это даст против?
Если ничего не будет, вот попал человек в тюрьму, обыкновенная черная краюшка с опилками, и она будет у них телом Христовым. Игнатий Тихонович, а ведь он хлеб вот этот, ну, не пресный был, а просфора, она закваской, да? Да, закваской. Тут у меня сильные нападки были. Я говорю, пасхальные дни называются днями опресноков. И написано, первый день опресноков. Тут толковать не надо ничего. Но церковь приняла именно вот так. Показала, что вот, ну, как называется, тесто, когда поднимается, пыхтит. Это как бы жизнь. То есть животворящее. Но я считаю, это детство какое-то. И Господь ложечкой не подавал, а дал чашу и сказал, пейте из нее все. У нас много что не по Писанию не сходится, но это никак не противоречит, не противоречит то, чтобы не было таинства. А другие все правильно делают, а там нет священства, там ничего и нету. На днях праздник был, женский православный день. Нас батюшка освященной водой так побрызгал, цветочки подарил. Ну, водой побрызгал — это хорошо, окропил водой — это приятно. Да. У нас сразу все улыбаются, на кого это плеснет. Да. А батюшка еще маленьких ребятишек кисточки по голове постучит, там течет прямо. А один епископ шел, и он как махнул кистью-то, а эта самая кисть с ручки-то слетела и полетела в кусты. Как за ней все бросились, там было что? Ну, православные же дети по разуму-то. Как книга называется Скоблинова? Я хочу посмотреть. Скоблинович, книга, как называется, я не знаю, это у нас у брата Севастьяна. Одна книга там была в библиотеке где-то, не в библиотеке, а в книжном купили. Я много из нее законспектировал, и в моих книгах это есть. Это все описание. Когда было, что. Ну, на спасение мое не влияет никак. Вот задают такие праздные вопросы. Я с первого дня, вот мне как Господь положил, никогда не спорить о Троице, о символе веры. Я с католиками ни разу в жизни не спорил. Сказать сказал один раз, и все. Что значит спор? Возвестил, он не принял. Ты молись, а Господь все устроит. Сегодня еще читали, да, о Калейдофане и Вероне, и вы говорили о них. И вот мы недавно встречались с отделенными баптистами, и отец Геннадий предлагал им у нас рукоположение принять и все оставить, весь уклад. Но почему-то они не принимают. Может, еще не пришло время. Хотя советовали, призывали только рукоположение законное принять у нас. Сказал, он примет или не примет, нам не дано убедить их, а засвидетельствовать. Даже перед царями поведут для свидетельства. Ему сказал, вот как раз Иуду начали, когда послание считать-то, он не прописан на небе. Ты считай, там эти слова как раз он и говорит. У него нет этой прописки небесной. И он будет везде противоречить. Отойди спокойно от него, занимайся своими делами. Занеси его в черный список, если он будет мешаться. И все кончилось. Не надо никогда спорить, но возвестить надо первый, второй раз, а после этого, говорит, отвращайся. Еретика после первого, второго вразумления, отвращайся. Ибо он грешит, будучи самоосужден. То есть он сам себе вынес приговор, поставил печать, смертный приговор. А я что буду спорить? Он избрал этот путь. Самоосужденный. Можно еще вопрос, Игнат Тихонович? Давай. Вот у вас посчастливилось по воле Божией, что вы попали в заключение. И тем самым вы смогли себя сдержать по воле Божией и по Божьей благодати сохранить эту веру. Вот в нынешнее время, в жизнь, так скажем, хорошую и всем насыщенную, можем ли мы
сравнивать ее, убирая иконы, убирая храмы, убирая все, что мы поклоняемся, трупов поклонничеству, каким-то святым местам. И вот сказать, вот если это все отнять у нас, что у нас, какая будет вера? В кого будет вера? И вот одно из таких мест, вот мы попали когда в заключение, оно и показало же, что нету ничего. А где у тебя вера? В чем она у тебя вера? Можем ли мы вот так вот говорить? И, ну, людям рассказывая, показывая вот такие примеры, что если все у тебя убрать, где у тебя будет вера? Как ты будешь христианином? Как ты будешь показывать? Как ты будешь с братьями беседовать? О чем ты будешь беседовать? А вот у нас Райхан знает, я говорил, Словак Владимир нашелся. Начальником был в зоне, непосредственно нашего как бы отряда там был, локалка такая. И он такое вспоминает. Я говорю, у меня какой-то офицер был назначен, когда освободили, сопровождать. Он говорит, так я это и был. Как он меня спасал, как вырвал оттуда все. Он все вспоминает. И как обыски были у него, Библия, там он сразу пришел и спрятал ее в свой сейф. Он же начальник, он офицер. Вот. Заранее надо готовиться к этому, не придавать этому большое значение. Никакого. А вот на твоих глазах буду там что-то с женой делать или ребенка казнить. Ты совершенно спокоен будь. Считай, 2 Маковейская, 7 глава. У нее 7 сыновей казнят, она всех уговаривает, чтобы никто не отрекся. А сейчас даже предположить не может. Там ребенка наказали или толкнули. Да ты меня на ты назвал. Это неверующие. Верующий совершенно спокоен. Что отлучит нас от любви Божией, Павел говорит? Ни скорбь, ни теснота, ни лишение, ни начало, ни будущее, ни высота, ни глубина. Вот и все. Ты стой на скале спокойствия. Если его казнят, ради него ты не тревожься. Да будет он принят Господом. И все. У меня, например, в этом вопросе вопрос даже не стоял никогда. Но я готовился к этому. Я не знал, какой срок будет. Я заучил много наизусть, там, молитвы, пасхали. Вот пасхальные праздники, я сейчас не могу сказать, но, наверное, лет на 20 вперед наизусть знал. Мне легко было. Бог дал мне память. И я там только... А бумага-то дается... Купить можно, и с воли дают бумагу, ручки там, я только сержи менял. Я псалтырь крупно переписал сразу полностью, 150 псалмов, чтобы легко считать было. Молитвы давай считать, и охранникам давать, а они меня там, не знаю, как любили. А больше не достанешь нигде, а я их на память все это знал. Ну, представь, на 20 лет пасхалию в голове держать. А тут, ну, нынче-то и то не... 5 раз поговорю, а он не знает, когда праздновать. Я говорю, ну, на 1 мая, запомни, флаги тащут. Один сзади несет портрет там Брежнева, а впереди идет там, несет там еще какое-то. Ну, наступил на ногу, тот второй раз сказал, я тебе сейчас как обернусь, как этим щучелом по башке-то трахну. Несет портрет, а эти думают, да, так, хорош. А он в руках-то его что? У людей много глупостей. Шары надуют, показывают, на трибуне смотрят. А чем они? Воздух отработанный из себя надул туда и... Даже чистым не назовешь. А они машут руками. Ну, глупостей много. Не должно у нас этого быть. Вот у нас принято 7 раз в день молиться. И где бы мы ни работали, мы встаем на молитву. И как вот молитвы нет, вот сейчас вот я был, и торопились там, и быстрее-быстрее деревья пилили, убирали, все валит, и, ну, и, ну, вечером, правда, служба была, и как-то на душе сразу не так делается. Вот что значит навык? Навык, тяга, привычка. И мысли такие-то как-то приземленнее делаются. А когда с Богом, и молитва постоянно идет. Вот сегодня мне, это вчера позвонили, у Виктора Андреевича дочка родила. Сама. Слово «сама» означает, живот не вскрывали ей. Это достижение какое-то. У меня мама была 12, родила, и живот не вскрывали. Они умышленно делали, чтобы русские женщины не могли рождать. Ну и молимся о Насте там. И вот в ней благо. Скорее позвонили. Звонят, родила нормально. Я говорю, ну давайте скорее на молитву. Скорее, не откладывай никуда. Благодарность. Теперь благодарность. И вот мы как ждали архиерея. Как готовились, молились, как приехал. Одна радость была. И главное, взял с собой, там я беседую с одним священником, Дмитрий Котов. Вот, увидите, там ролик стоит. Вот зайдите, ну, на нашем ютубе, на канале-то. Какое у него лицо? И архимандрит, этот, Филарет. Вот берет же он с собой таких людей. У него какая-то благость на
Настя, так я не первый раз. Я говорю, а если вас запретят, да кто меня запретит? Улыбается, стоит. Понимаешь, какая-то тишина от него идет. И этот Сергий, вот митрополит. Ну, они-то эти глупые нападают на нас. А Игнатий зазомбировал его, архиерей зазомбировал, целует меня, обнимает. И, ну, это все наяву снятые ролики. Он просто расположенный. Я его не зомбировал. Еще глупостями заниматься-то. Он любит нас, мы любим его. Ну, все. Время. Сережа, останься потом, когда всех выключишь, потом на меня выйди. Хорошо. Игнатий, ты тоже останься. Мне нужно кое-что сказать тебе. Мне позвонили с потерпевшего. Ну, сейчас Сережа отключит основных-то. Давайте помолимся, Бога поблагодарим. Ангел пьяша благодать, дьявол радуйся, и потеряху радуйся, твой сын воскресе крепнули на гроба, и мертвые воздвигнули, люди веселитесь, святися, святися, новый Иерусалим, слава Богу Господня, на тебе воссия, лику ныне и веселися сегодня, ты же чистая красуйся Богородица, а восстание Рождества Твоего. Игнатий Тихонович, помолитесь. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за великую милость, что все еще мир на земле российской. Ты позволил нам встретить Пасху, и эти дни до Вознесения научи нас поистине ощутить, какой великий дар Ты даровал нам, обещая воскресение из мертвых, и что тело наше будет подобно Твоему. Даже душа содрогается от этого обещания. Распусти нас с миром. Если в чем погрешили, покрой милостью Твоею. И даруй духовное рождение патриархам, папам, епископам, священникам и пастырям. Благослови правителей, защити их от покушения на них. Продли мир Израилю, России, Украине и Сирии. Тебе, Боже, слава за все. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Слава Христу, братья. Спасибо. Слава Христу. Богом. Богом.